уже давненько вам здоровья. Это вам чтобы подарочек. Чтобы вы успокоитесь. К Рождеству. Да, за Рождество. Спасибо. Это благодаря моим друзьям, подписчикам. Они беспокоятся о жителях Донбасса, особенно о стариках. И вот передают продукты вам. Спасибо, дай Бог. Хорошо, что хоть беспокоится за стариками. А скажите, как эти сволочи мы продолжают такие, стрелять? Мы такие, что ходить не можем. Встает, так вот так устаю, на так не могу устать. А скажите, стреляют? А? Стреляют до сих пор? Да, стреляют только не в нас, где-то дальше. Дальше, да, ну все равно. Ну бывает, что там где-то шахта, это зайдет, оттуда стреляют. Ну пока на нас не попало. Я понял. А стреляют, все время стреляют. Когда же они перестанут стрелять, наши души трепят, сколько можно. Не плачьте. Все будет хорошо. Я надеюсь, что в этом году все-таки война прекратится и будет мир. Спасибо огромное, друзья. Низкий вам поклон за то, что вы не остаетесь равнодушными к судьбе жителей Донбасса.